колоссальный. Я знала, что поездка будет удачной, но что будет такой живой, такой яркой и настолько не похожей каждый день на предыдущий, что, в общем, ожидания были не такими яркими, как реальность, которая с нами произошла. В общем, очень здорово. Очень нравится Израиль, потрясающая страна, потрясающие виды. Можно просто ехать в автобусе и так смотреть, и вдруг ты так полностью поворачиваешься, как нужно. Господи, как красиво! Действительно потрясающе здесь. Ощущение, что ты как дома. Мне нравится вот именно программа «Таглит». Она оставляет тебе место именно для твоего открытия Израиля. 100,000 strong, blessed with the help of more fortunate few. For this gift that we got, we are thankful to you. We all live in different places with different faces, but there's only one home and you could never replace it. More than a state, it's a state of mind. It gives ears to the deaf, eyes to the blind. One love, one life. Let's get together. До тех пор, пока я не попал в Израиль, пока не попал в Иерусалим, я не испытывал такого чувства гордости за свой народ, какое я испытываю сейчас. Вот и все. Спасибо программе «Таглит» за то, что она мне дала эту возможность, за то, что я все это смог увидеть, всем этим проникнуться. זה חלום של כל כך הרבה שרק רוצים לחזור למקור ולשורשים זה לגלות ולחזק גם את הזהות לגלות שפה זה בית, שמה זה גלות לגלות את הנפש והיהדות בחיפוש העצמי, זוהי המהות זאת תגלית, 100,000 בשש שנים תמיכה של משקיעים ואלפי תורמים מתוכם רבים שווים רבים תגלית, הזיל באמת אגרומני פדארק דל ממשנת פייחת בישראל Увидеть красоты, которые я даже не представляла, то, что есть в Израиле, достопримечательности, такие экзотические места. Безумно рада, что доставится такой шанс все увидеть. Я в Израиле не в первый раз, но сколько бы раз я сюда не приезжала, думала, что столько всего я бы никогда бы не смогла увидеть. Очень приятно. That's how we really stayed alive through it all. We made it through the struggle, through the blood and the tears. Getting stronger with the time, stronger with the years. I found out, Таглит, that's your birthright. В организации Гилель, я думаю, что я буду как можно больше общаться в дальнейшем с этой организацией, во-первых, потому что мне очень понравилось, как была организована наша нынешняя поездка. Кроме того, я знаю, что у них очень много интересных программ, они встречаются по воскресеньям, устраивают какие-то квестовые игры или что-то такое. По-моему, это очень интересно, я бы с удовольствием принимала участие в таких играх, и потом, возможно, какие-то образовательные программы уже непосредственно в Израиле тоже были бы для меня очень-очень интересны. That knowledge, you gotta keep that faith, keep that hope, 'cause that'll give you the power to move mountains. Я бы тоже посоветовала своим друзьям поехать по программе Таглит, потому что это очень увлекательное и интересное путешествие, и впечатления самые яркие от него остаются и положительные. Я очень хочу поблагодарить всех организаторов, хочу поблагодарить Таглит, как очень, я считаю, важный и нужный проект для данной страны, и для нашей организации, за то, что они предоставили нам такую возможность и дали нам этот подарок. Спасибо большое. Санкт-Петербург!